Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал. Подписывайтесь на него, потому что там большое количество аналитического контента в дополнение к тому видеоматериалу, который я готовлю для вас. Все это, разумеется, будет помогать вам в принятии торговых решений. Ну что, сегодня на повестке экономического календаря несколько отчетов из еврозоны, на которые я рекомендую обратить внимание. Сейчас статистика из ЕС очень важна, потому что мы ждем заседания Европейского центрального банка в этот четверг и очень хотим поторговать, поспекулировать евро против доллара. Ранее я уже давал рекомендацию купить евро на фоне слабого доллара. И на текущий момент пара евро-доллар приближается к сопротивлению 1.19, 1.1877 в моменте. Мы видим, я думаю, что эта неделя в свете, опять же, предстоящего заседания европейского регулятора и при реализации сценария того, что евро сохранит восходящую динамику, на этой неделе пара евро-доллар может нацелиться на движение в район отметки 1.20. Что касается текущей повестки, в 12.00 по московскому времени два отчета. Это бизнес-оптимизм по ЗЮ Германии и общая оценка темпов экономического роста еврозоны. Если посмотреть на прогнозные значения, которые мы сейчас можем найти в экономическом календаре, в обоих случаях данные не должны разочаровать. Я напоминаю, друзья, то, что за последние две недели, когда мы разбирали отчет, анализировали статистику по активности в производственном секторе, в сфере услуг, ведущих экономик валютного блока еврозоны, в целом мы, по сути, не нашли какого-то слабого звена, уязвимого места. Я даже позволил себе сказать то, что в целом экономика еврозоны по текущим экономическим реалиям может быть выглядит даже лучше, чем прочие развитые страны. Да, сейчас кто-то из вас начнет придираться к моим словам, отметив, что те значения, которые мы видели по тому же самому производственному сектору сферы услуг, были хуже, чем, получается, месяц назад. Но я повторяю, друзья, то, что сам факт того, что цифры оказались ниже, это следствие эффекта как бы базы сравнения, потому что ранее были исторические максимумы. Даже сейчас те уровни, на которых находятся основные сектора, они все равно соответствуют одним из самых высоких значений за все время накопления статистики. То есть я делаю вывод простой, логичный, что в целом сектора сейчас на подъеме. Это при том, что в глобальной экономике сохраняется серьезная проблема, которая связана с трудностями в логистике, так называемые нарушенные цепочки поставок. Кстати говоря, вчерашний отчет по производственным заказам в Германии плюс 3-4% против прогноза минус 1%. То есть посмотрите фактические цифры, насколько лучше оказались того, что думали эксперты. Я склонен полагать то, что если мои рассуждения в этом плане окажутся верными, действительно евро может опираться сейчас на сильный фундаментальный фон, на поддержку статистики, на кампании по вакцинации с очень высокими региональными показателями, на рост инфляции. Кстати говоря, никто не отменял еще понятие причинно-следственной связи того, чтобы Европейский центральный банк или, опустим сейчас, ЕЦБ, любой регулятор потенциально начинал действовать в условиях значительного роста инфляционного давления. Но действовать в условиях высокой инфляции – это возможность только одного инструмента – ужесточение политики посредством сокращение программы количественного смягчения и последующего повышения процентной ставки. В отношении ЕЦБ мы, конечно же, реалисты, прекрасно понимаем, что до корректив процентных ставок пройдет очень-очень много времени. И поэтому, так же, как и в случае с Федрезервом, мы сначала ждем сокращения программы количественного смягчения. Экстренной программы выкупа облигаций, если мне не изменяет память, то на текущий момент она составляет 70 миллиардов евро в месяц. Так вот,
Весь тот фон, который я только что озвучил, хорошая статистика, рост инфляции, кампания по вакцинации, добавим сюда, ладно, еще косвенно, снижение курса американского доллара, это все то, что располагает к тому, чтобы евро сохранил восходящую тенденцию. И на текущем заседании Европейского центрального банка, который пройдет в четверг, есть очень много шансов, причин полагать, что ЕЦБ может намекнуть на сроки, обозначить их потенциального начала сворачивания программы количественного смягчения. Поэтому здесь сценарий роста, который я только что озвучил. По остальным активам без изменений. Сегодня, как я уже отметил, на повестке, кроме европейской статистики экономического календаря, нет ничего. Мы ждем последующие дни. Там стат данных будет хватать по прочим регионам, за которыми мы следим. Ну и вкратце по основным идеям. Нефть я рекомендую покупать. Мы закрыли гэп, который видели в понедельник после открытия, 72.55 долларов за баррель. Сейчас фон не изменился. Это последнее решение Саудовской Аравии снизить отпускные цены для Азии. Но, как вы помните, я вчера этот фундаментальный посыл для вас разложил в качестве фактора поддержки для цен на нефть. И, судя по всему, оказался прав, потому что сегодня, по прошествии всего лишь одного дня, никто даже и не допускает возможности ухода Саудовской Аравии с прочими членами энергетического пакта в состояние ценовой войны. Может быть, тот откат, который мы видели, больше даже был связан с техническими формациями. Фундаментальный фон на стороне покупателей. Я жду в этот четверг данные по запасам, которые будут отражать влияние, негативное влияние урагана Ида, и, соответственно, жду хорошей поддержки для нефтяного рынка. Индекс доллара 92.14, безусловно, слабый отчет по Non-Farm Payrolls нанес серьезный удар по предположениям участников рынка относительно более ранних сроков сворачивания программы количественного смягчения. У нас была позиция регулятора относительно того, что если рынок труда будет прогрессирован, будет решение по сокращению программы QE. Рынок труда не прогрессирует, очевидно, что того прироста новых рабочих мест смешного, меньше чем на 300 тысяч, недостаточно, чтобы позволить американскому регулятору начать ужесточать денежно-кредитную политику. Goldman Sachs после выхода данных по Non-Farm Payrolls в очередной раз снизил прогноз экономического роста и делает это с завидной регулярностью фактически каждый месяц. Сейчас уже с 6,5 до 5,5%. Ждем индекс доллара еще ниже, закрепляемся ниже 92 пунктов и метим уже на цель в районе 90. Золото растет, 1822 доллара за тройскую унцию. Обращаю внимание, что с каждым витком слабости доллара растет интерес к золоту со стороны институционалов. Последний отчет CFTC, американской комиссии по торговле товарными фьючерсами, общий совокупный лонг вырос с 210 тысяч контрактов до 217. Это максимум за 7 месяцев. Пожалуйста, база, на которой можно отстроить долгосрочную сделку по золоту. Доллар-канадец мы ждем снижения, ожидаем поддержки со стороны слабого доллара, роста цен на нефть. И еще завтра заседание Банка Канады, но думаю, что на завтрашнем брифинге детальнее на нем остановлюсь. И фондовый рынок, как вы знаете, я его снова купил, в частности, индекс широкого рынка S&P. Вчера был очередной исторический максимум 4537 пунктов, но буду ждать уже и ловить его поближе к 5000 пунктов. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!